Дорогой Дедушка Мороз, пусть на дворе не декабрь, но и письмо до Великого Устюга быстро не дойдет. А главное, терпеть сил больше нет. Пожалуйста, сделай так, чтобы мой любимый факел стал сильным, чтобы он начал развивать воронежских ребят и побеждать. А еще мне негде найти футболку родного клуба. И еще очень хочу подрасти. Ну что, справимся? «2021 год останется в памяти всех нас. Футболистов, тренеров и, конечно, болельщиков. Факел вернул себе уважение футбольного сообщества. Мы били клубные рекорды и разделяли радость успехов с вами. Мы побеждали зимой и летом. И в стужу, и в зной. Мы играли при пустых трибунах и скучали по вам. Пусть в следующем году все те, кто нам нужны, всегда будут рядом. Желаем всем здоровья, радости и тепла. Пусть сбываются мечты. Вперед! С Новым годом, дорогие болельщики «Факела»!